Может здесь? Братья. Может здесь? Подождите, подождите, подождите. А, вон что-то надо раскопать. Ну хорошо, Чё, чё, чё? Кто где? А, ё-моё, чуть не задавило меня. А, ну его. Чем? Чё ты делаешь? Да чё я делаю? Как я могу чё делать? Я копаюсь. В смысле? О, нашел, всё сделал. Чё нашел? Я нашла горшок. А я кирку сделал, решил вот пол немножко разрыть. Может здесь что-то есть? Ты меня испугал, я вообще думал, ты что-то нашел. А ну да тебя. Не, ну... А ну тебя. Так, хорошо. А ты где? Я здесь. Я тогда делаю деревянную кирку. О, это. Так я тебе могу дать. Вот, что это такое? Что это такое? А, где? Под коврами вот нужно что-то. Ой, а там какие-то верстак какой-то. Подождите, может где-то здесь что-то. Нет. Сейчас. Ковер сворачивайте. Точно, ковер убирайте. Что-то есть. А? Нету. А? Подожди, а может между блоками написано? Подожди. Сейчас. Что между написано? Блоками? Написано, может быть, что-то. Может в холодильнике? Ничего нигде не написано. И здесь ничего нету. А может под холодильником? А сейчас может под котлом? Давай. Я всегда под холодильником все прячу. Ничего нету. Ой, я есть. А вот что? Возле костра. О, да. Что есть? Он есть здесь. И он здесь есть. Он ничего здесь да. Нету. Может он уже заработал? Давайте попробуем. Давайте подождите. Давайте я сейчас. О, у меня есть идея. А если мы подбежим сюда, просим раз, два, три печеньки. Если я сейчас быстро бегу, врезаюсь, открываю и. И ничего? Чё? Куда не попадаю это я? Это всего печеньки. Ну, ты что думал, что это сработает? Да я бы хотел придумать ритуал, как попасть. А под кроватью вы смотрели под кроватью? Под кроватью смотрели? Нет. Я вот сейчас еще под домом проюсь. Может, что-то найду. Тут что ничего нет нигде. Как же он туда попал? Где он исчез вообще, ну? И че он был без одежды? Это тоже вариант. Подожди, ты не разрушай только это. Я ничего не А то если мы разрушим этот проход в неизвестность, мы, возможно, никуда больше не попадем. Так, нужно подумать еще. Где может спрятать этот дом что-то ценное? И что это ценное может быть? Может такое? Может в озере, а? Может вот эта вот пристань? Что это? Поищите еще где-то здесь. Вы смотрите, я почти выбрался. Эй, вы куда? Вы что туда же залезли? Ого! Куда ого. Залезли? Ого! Подождите, а что за камень такой красный? Что за камень такой? Где? Вот этот камень красный, это что такое было? Это чтобы горело, это когда горит. Адский камень. Это труба. Где? Вытяжка? А вот здесь. Ой. Так мы уже весь дом разрушили. Мы разобрали весь дом. Так, подождите, идите сюда. Мои дорогие братья и сестры, идите сюда. Куда? У меня есть идея! Давайте на крышу! Бегом, мы на крыше не были! Это где? Да я вот здесь сзади. Вон там. Сюда, ко мне, быстро! Я вам говорю, это оно. Оно сейчас сработает. Что-то на крыше. Ты думаешь, на крыше? А где еще можно спрятать что-то такое, что по-любому затащит нас в мир иной? Это. Вообще-то, может, это никуда он нас еще не затащит. Вот прям затащит. Ну а что, вы разрушаете все? Давайте вот так и разрушим, а? Так мы весь дом так разрушим и ничего не нашли. Ой, а что-то там такое? Вы видели? Красное. Смотрите. А что это? Это свет. Это просто свет. Я это свет? Да. Я думала, это какой-то волшебный рычаг. Да. Кирка разрушилась. А это что? Мы не найдем. Я буду плакать. Не плачь! Я тоже сейчас буду плакать. Ройте под домом. Под домом все ройте. Где-то должно же оно быть. Где вы? Это что, козырек? Мои дорогие друзья. Ты куда падаешь? Я хочу вам кое-что сказать. Можно? Можно я вам скажу? Иди сюда. Я разочарован. Я просто опускаю руки. Разрушаю последний блок, два, ну может три, и ничего. Спускайся. И я разочарован. Был последний вид на папку. Давайте запомним ее таким. Да все, выходи, застраивай здесь. Потому что еще, если дом упадет, это будет все.
Это ты мне? Да нет, не тебе. Я-то Фреддику, потому что мы здесь под домом уже так поискали. И все, я же сказал, я сдаюсь. Я сдаюсь. Ты видел голову? Что? Какая голова? Какая голова? Иди сюда. Чё это такое там? Вот видишь, голова. Да я... Голова. Да видел, я видел, все видел, все. А зачем она здесь? Если что, я в тоннеле, заберете меня. Хорошо. В каком тоннеле? Тут куча тоннелей мы уже понарывали. Тебе помочь? Нет. Чё ты там роешь? Тихо! Эй, тихо! Чё? Это... Что? Что-то такое необычное! Тихо! Где? Тихо! Чё у тебя в руках? У меня что-то есть! Где? Куда ты идёшь с ним? Что это такое? Что ты покажи? Тихо, покажи. Подождите, подождите! Фредди, иди сюда, Димон! Да я не могу... Подождите ко мне! Ко мне быстренько к озеру! Быстренько! Быстренько к озеру! Я прям за тобой сяду, что ты так бежишь быстро? Да сейчас, я здесь! Тихо! Это... Ой, ой, ё-моё, куда это я провалился? Я за тобой... Да нет, я сейчас... Нет, аккуратненько, аккуратненько. Всплывай, тихо. Что это такое? Покажи. Да подожди. Покажи мне. О, что это? Листок какой-то? Это бумага. Необычная бумага. Это туалетная бумага? Да не туалетная, это бумага. Подожди, серьезно. А что это бумага? Если не без всяких этих типа шуток, это не простая бумага. Это не простая бумага, это бумага со скрытыми словами. Я вам говорю, это бумага со скрытыми словами. Что-то здесь написано. Сейчас я буду читать. Настройся. Бедный домик. Сейчас я буду читать. Здесь написано, что если сказать абракадабра, купра шмупра, банан поперек, банан вверх и вниз, и ананас на ступи, ананас пахнет. Что? Что? Это какой-то рецепт фруктового салата? Да нет. А, я неправильно читаю, это наоборот нужно читать. Это написано, что... Ветер дует, ветер несет, ветер вас туда занесет. А ну, сеструха, братуха, ты где идем? А, куда идем? В шкаф? Да, давай попробуем. Братуха, ты где? Браток. Братуха? Да, ладно. Брат, ты где? Да ё-моё, брат. Давай вдвоём. Да ё-моё, я испугался, идем. Бегу. Так, ты куда упал? Ну что ж с тобой? Идем. Бегу. Давай. Идем, заходи давай. Пробуем так. Так, мои братья и сестры, настраиваемся. Я читаю. Тихо. Ветер дует. Ветер несет. Ветер нас туда занесет. О, сеструха, ты как? Братуха? А? Брат? Брат! О, братуха! Нет, где он? Нет. А мы? Его нет. Да мы опять здесь, что ли? Открывай этот шкаф, как-то так... Не понял. Ладно. Сеструха, мы где? Где брат? Это же... Брат? Это же шкаф. Фредик, где он? А где мой свиток? Как вернуться? А ты кто такой? Кто? Тихо, смотри, за деревом стоит. А ты куда? Кто? Ты кто такой? Сеструха, побежали. Да. Ты видел? А что это такое? Я не знаю, посмотри, какие здесь животные. Это кто такой? Он куда побежал? Это какой-то... Ты видел какой? Нам нужно его догнать. Он нам все расскажет, я уверен. Пошли! Ты не бойся, подожди! Подожди секунду! Ну и что? А что ты за ним бежишь? Может, он опасен? Нет, он на нас не нападает. Пошли!